Что ж, здравствуйте, дамы и господа, леди и джентльмены, студии UCC освещает Анубис у микрофона, и сегодня у нас два Best of 3 в рамках Heap Fired Cup. Первое Best of 3 противостояние — это Sprout против FB Gaming. Будем честны, у FB Gaming маловато шансов для того, чтобы сейчас противостоять такой сильной команде, как Sprout. Далее у нас будет еще один матчап, это у нас Hellraisers против... Vexed, насколько я помню, да, Vexed 100%. И там уже будет, мне кажется, чуть попотнее, чуть поинтереснее. Будем глядеть, что у нас здесь интересного еще будут показывать. Как игроки, так и коллектив. В первую очередь интересно понаблюдать опять-таки за FB Gaming. Именно интересно, как андердоги будут сражаться против фаворитов, потому что коэффициенты выглядели именно таким... Не совсем таким образом, друзья. 1.19 было, конечно же, на Sprout, и 4.30 было на FBG, соответственно. То есть, серьезный фаворит против серьезного андердога. Бэксайд, ассист, нашел уже даблкил. Кстати, с его PC-50 отличная стрельба в его исполнении. Но у него еще и полтинник, на самом деле, выбор позиции не так уж и плох. Но спиди заходит бэксайд, уже подозревая, где находится последний игрок. И да, его вычисляет Оскар. Скуби последний, 1 в 2, юспик. В принципе, есть возможность на виду подобрать какой-либо из девайсов, постараться либо унести его на сейф, либо постараться заклатчить это, но это уже было бы совсем промечевым решением, потому что, ну, шансов объективно вообще нет. В финале минус от Оскара, 3-0. Срался как-то слишком... уверенно собирать девайс, но не получилось. Уж слишком уверенно. Так, пошли кольты. Есть фам с Аджиэра. Готовы сражаться уже на убойных девайсах. У нас FB Gaming отыгрывают дефолт. 2-2-1 отыгрывает типа FBG. И сразу у нас в агрессию пошел Скуби. На позиции апартамент нашел помпрак. В агрессию также пошел и Калинка. Хорошо, нашел очередной минус для себя. И Скуби прям по молотову побежал, десантировался и нашел еще один минус. Господи. Это было здорово. Деннис вместе с Оскаром в ситуации 2 в 4. Деннис вырубает сизда. И Деннис стоит уже один фрейм. Шансов, ну, маловато было. Но это круто. FBG забирает первый байраунд в свою копилку. А если еще учитывая то, что справа потеряли очень много девайсов против экономического, здесь... Ну, по деньгам есть траблы. Мы это видим сами. Крик. Три девайса. Три второстепенных девайса. И в результате есть еще один девайс, который желательно подобрать бы игроку апартамент. Открытие на мид. Спиди также теряет свою жизнь. Ну, слишком легко для Скуби сейчас было. Воу, Фавн. Красавчик. Расстрелялся. Плюс 50 на 2 реализовал. Позиция КТ минусовать с Чешкин такой дистанции — это Unreal. Форстер. Фостер, точнее, прошу прощения. Самый хороший угол, выбор позиции не сыграл ему на руку, а вот Сизду мог сыграть на руку, но, к сожалению, нехороший тайминг для себя поймал. Все еще хочет сыграть против апартаментов. Кстати, это был сплит точки А. Через апартаменты, насколько я понимаю... О, приветики. Приветики, говорит Фостер. Не дыха, еще очень много дэмэджа получает. Прокид хай очередной. Дыха уже на 30 с лишним хелспоинтов. Деннис подходит ближе и готова атаковать точку А. Фостер принимает одного игрока. Второй выпад через апартаменты, а на КТ, в принципе, уже никого и нет. И да, друзья, это второй раунд за FBG. Здорово, правда здорово. Даже очень интересно то, что FBG, вопреки букмекерским контурам, такой результат показывает. Но я только буду рад, на самом деле, если FBG выиграют это противостояние. Хотя вообще рано об этом говорить. Даже если они выиграют Мираж, все равно уверенной победы здесь, мне кажется, не будет. Возможно, все закончится на трех картах, что более вероятно, на самом деле. Так, Сантура под андеграунд. Также очередной минус от Скуби. Ну, скрига действует очень и очень комфортно. 3-3.
И готовится следующий бай-раунд. Поехали. Здесь уже будет поинтереснее, я уверен. Здесь уже справа должны включаться и показывать. Мы фавориты здесь, мы. Но для этого есть АК-47, для этого есть Криги и Дигл от Оскара. В результате Оскар побежал андеграунд. Здесь у нас Скуби. Скуби не получилось найти ни одного минуса. Но Сист прокидит неплохой хаешки под Денниса, казалось бы, но нет. Тоже дэмэдж малейший. 2-1-1 отыграют у нас FB Gaming. Бух, и, кстати, Сист отличный контроль. Есть минус. Есть формация то, что его бустили в этом моменте. Он не пропрыгивал через лавочку, потому что был бы нойз. А теперь очередной буст. Здесь уже на очереди Спиди. А Сист все равно будет на хорошо позиции. То есть Сист красавчик. С такими хелспоинтами 38 выбирает именно хедшоп позицию. А-ля, если собираешься меня убить, ты все равно убьешь меня в голову и снесешь мне сотню хп. Так, там прожимы апартаментов от FBG. Это очень важный момент, очень важный. Сейчас ребята собирают информацию и понимают, что это не B-сайт. Соответственно, притягивается еще игрок номер 4. Это постер, а точнее это JR. Также по точку А. Ну и в результате апартамента это очень важный момент. Ну его Спиди контролит. Спидич, какой ты красавчик. Еще и фаун минус нашел. И в результате JR 1 в 3. JR 1 в 2. КТ плюс позиция апартаментов. Ну, трудновато, конечно, будет справляться против таких позиций. И это должен быть 4-й раунд исправ. Но мы еще поглядим. JR пока не сдается. Хотя вроде как и хочет. Он сейчас сам пойдет под прицел своему оппоненту, а вот уже и один на один. А есть ли на борде фулскитов? Да, есть около Денниса. Но Деннису на борде фулскитов здесь вообще не нужен. И да, друзья, это сейф, это 4-3 для Спраут. Так, Галилы, МПшка и АВП от Оскара. Давайте посмотрим на вот такой сетап от Спраут. Что у нас интересного будет происходить? Ну, интересного-то пока что ничего. Ребята стакнулись в апартаментов и готовы просто давить всего лишь одного опорника в лице Фостера. И все, раскидка полетела, полетели вагончики Спраут. Фостер пока что зон тебя спокойно, кстати, нашел уже один минус. Здесь еще и Скуби подключился вовремя, есть фраг. Дальше это выход будет. Они стараются все еще бэксайд задавить, а здесь Скуби уже выходит, очередной минус находит. Вот, в принципе, вам и раунд. 2 в 4, в спину заходит Калинка, очередной легчайший минус по Спиди. И последний игрок бэксайде, это Оскар, как тащить? Как тащить? Одного забрал, бы апартаменты не слышит. Ну, услышал, но слишком поздно. 4-4. Вот так. FB Gaming. Ну ладно. Как факт, сейчас, правда, будут еще делать экономический раунд. Это 4 глока, это скаут. Это шанс для FB Gaming, чтобы выйти вперед. Ну да, возьмут пока что ранее преимущество для себя по раундам. JR. Даблкил выслал. JR практически нашел третьего. А, он нашел третьего. Да, третьего нашел. А там уже в голову прилетело. Так, а что в принципе происходит? Насколько я помню, Спраут еще вчера проиграли, да? А вот кому они вчера проиграли? А, нет, они чуть не проиграли Харт Легионом. Чуть не проиграли. Было такое. А теперь играю против FB Gaming. То есть Харт Легионов они выиграли, а тут серьезная проблема, насколько я понял, да? Ну, не совсем понимаю происходящее вообще. Сейчас на карте Демираж. И Калинка в открытой перестрелке перестреливает дыху. Фаван минус JR. Есть минус около смока. Здесь Сист работает. Сист очень неплохо накалил Оскара.
Так, пик мида под флешку. Флешка двухрублевая, как мы видим. Меньшинство живой силы для FBG. Но есть и спаун от Калинки. Это очень важный момент. Но он отдает асайд. Это чертовски важный момент уже для Спраут. Конечно, да, ты информацию собрал, ты красавчик, но ты отдал полностью сайт, и в результате бомба будет установлена через считанные секунды. Как тебе делать? Чего делать? 3 в 3. Полетя по живой силе, полетя молотов под 90 около пита. Это хороший молотов, спиди выжигают, но пик это не было под его позицию. Павен должен вырубать Калинку. Выбор позиции просто миллион долларов. Отличная работа. Деннис также минус. И Скоби, последний выживший игрок с снайперской винтовкой. В саде находится. Спиди его врубает. И это 5-5. Вот. Sad story пока что для Epic Gaming в этом раунде. Я бы даже сказал sad story. Sad story. Грустная история. Так, три кольта, есть фам, снайперская винтовка. Давайте поглядим за исполнением такого сетапа. Здесь поджим мида уже пошел от FB Gaming. И что? Далее. Апсы, пит, три игрока, Б апартаменты. Ага. Ну здесь серьезное укрепление FB Gaming делают у нас под точкой Б. Поджим андеграунда. И Калинка нашел бомфраг. Отличная работа. Павен теряет свою жизнь. И JR. Притяжка по точку А, где находится всего лишь Солянова СИС. О, какой СИС? Вы посмотрите на этого убийцу. Один минус нашел. Информацию тиммейтам дал. Но должен был давать информацию. И должен был звать кого-нибудь. Ну да, дыха, хороший тайминг для себя поймал. Калинка, кстати, вырубает еще одного игрока. Это был люркер. Вот такой себе люркер. Последний спиди, 1 в 4. 45 секунд на таймере. Фостер, отдохни, говорит. Отдохни. 6-5. А что, теперь еще один экономический, да? То есть у нас вот в такой грустной тенденции будет происходить все. А, не могу нажать, к сожалению, на тап. Все. Пока что без статистики по раундам. Это до поры до времени. Сис, ты вырубает Денниса. Отличная работа. Здесь уже Калинка получает просто очень много дэмэджа. Как несколько патрончиков с дигла, с глока. И еще и хаешку под себя. Молодцы, справа, так или иначе, здесь потеряли двух бойцов, но накалили очень хорошо трех. JR, Скуби и Калинка. Ой. Дыхай врубает Скуби. Притяжка по точку Б. От Спраут. А FB Gaming этот момент не читают. Они уже подозревают, что просто кто-то просочился. Вот в чем проблема. Они думают, что один из игроков уже там находится на нинде, где-то в питу, возможно, просочился. Они уже чекают андеграунд, они чекают все, что только можно чекать прямо сейчас. Но Фостер находит минус и находит информацию, что это возможно точка Б. Да, без разницы уже на информацию. Всех развалили, молодцы. И Криган, два калаша. По раскидке все хорошо. FB Gaming сейчас в одном шаге, дабы выиграть первую половину на карте номер один. Против такого явного фаворита, как Спраут. Это здорово. Оба прокат спиди. Не очень здорово для FB Gaming. Ой, хорош спидич. Все по трассерам, все по трассерам. Ну, если не Спрауты выигрывают раунды, так и FB Gaming его проиграет. Вот как-то так. Оу, нокаут отличный был сейчас. От Оскара прям в челюгу. Возможно, нужна тактическая пауза. Ребят, подумайте, пожалуйста, что у вас с этой экономикой прямо сейчас делать. Ну ладно, ребята будут закупаться просто наобум. Без каких-либо стратегий, без чего-либо.
И просто скажет, давайте я закуплю это, давайте я закуплю это, и давайте я закуплю это. Спиди. Прокид флешки. Пока что просто контроль позиции. Денис пошел и нашел опен фраг по скуби. Ну теперь уже у Спраута отлично возможно закончить 8-7. Но раунд еще не закончен. Нет, раунд уже закончен. Все. А сайт чист, это должен быть сейф, это должен быть 7-7 счет. Я просто представляю сейчас, как коэффициенты пляшут на всех букмекерах. Прям четко отбиваю что-нибудь такое. Деннис минус Джер, это, кстати, была снайперская винтовка, и причем это была та самая снайперская винтовка, которую терять вообще нельзя было. Ну прям вообще никак. Аплодирую стоя коллектива FB Gaming. Вроде как вели счетом 7-5 и два раунда подряд проигрывают, не сделав ни одного минуса. Причем это были не экономические раунды. И я просто удивлен, для меня это как для комментатора феномен. И всегда это было феноменом. 14-0 ведешь, а потом 10 раундов подряд сливаешь, не сделав ни одного минуса. Такое, кстати, очень часто сейчас происходит. Я стал наблюдать даже вчера в матче Фурия MIBR. Если кто-то смотрел, это происходило. Это происходило. Когда MIBR на третьей шащей карте вообще не чувствовали своего оппонента. Бежали на любые сайды, убивали. А потом как-то проиграли 11 раундов подряд. И такие, что? Как? Это было? Чего, почему и где и как? Ну что ж, только голые пистолеты, по раскидке кот наплакал, это хае и один смог. Забудьте про смог, смока уже нет, это одна хаешка на минуте 15. Пик мида, Калинка решил потанцевать молотове, не получилось, Оскар не оценил его танец. И теперь надежда на двух игроков в саде, неплохой вантап от Скуби. Не хватило, здесь маны на спиде. Спиди, дыха, Оскар еще по минусу, и Фостер последний с чешкой на позиции КТ. Если позиция нечитаемая, то так или иначе он заберет одного, заберет его девайс, заберет второго, третьего, но все равно рано или поздно будет размен, и это будет 8-7 по окончанию первой половины, дорогие друзья. Немцы молодцы, так или иначе они закончили первую половину, даже забрав победу, хоть и минимальную по раундам. Да, полетели уничтожать. Фостер разошелся, вы посмотрите, молодой. Но шансов не было, как мы уже ранее об этом говорили. Вот, кстати, вот мне вот этот вот моментик понравился, причем очень хорошо. Три раунда забирают вот эти вот. Потом один раунд вот эти вот. Потом опять два вот эти вот, один вот эти вот и два вот эти вот. Круто. Ну, кстати, ничего интересного, нет звена, который бы выделился, и мы такие, вау, это 1 к 15, что-нибудь такое. Или вау, это 30 к 2, что-нибудь такое. Нет. Все в обычной тенденции сейчас происходит. 8-7, давайте смотреть вторую половину. Вторая пистолетка уже на ваших экранах, Дэнни закупает себе смок и набор дефускитов, и два саппорта от FBG. Это Калинка и Сист. Карик, кстати, себе еще украл по 250. И прямолинейный пуш точки Б, где находятся три игрока справа. Причем нет, не прямолинейный. Ребята захалдились. И надо было еще чуть-чуть захалдиться, мне кажется. Так, пуш мида и оп, одного поймал. Почему до раскрытия флешки выходили? Хороший вопрос. Фаван старается здесь шалить своими пульками. Плен бы поставить. Калинка, Фостер по минусу нашли. В результате Фостер на Форесте не получается сработать. И вот Сист вместе с Калинкой остаются вдвоем. Но очень важный момент, то, что Сист находится в зигзаге. И Сист замыкает перетяжку. Замыкает одного. Стрейф правый сейчас уже. Стрейф. Ну, пожалуйста, стрейфанись. Красавчик делает стрейф и убивает. Вот, это геймсенс. Это геймсенс. Я тоже киберспортсмен, парни. Все, дых 1-2. В принципе, вот сейчас-то можно выходить под Б-сайт. Зачем андер идти? Ага. Ну, у Калинки, судя по всему, свой план. Он хочет обхитрить прям вот по максимуму. Но это тот самый момент, когда Калинка сам себя переиграл, насколько я понимаю. Хотя стоп. Нет, не просочился в сайт, умирает, и это просто легчайший клатч для дыхи.
У Каринки была информация, то, что он находится в джангле, но он думает, да он сейчас там перетягиваться будет под кичен, потом под зигзаг бы апартаменты, у меня будет время, чтобы поставить бомбу, так почему ты тогда на ноге это не делаешь, если бы был так уверен? Очень много вопросов, но, опять-таки, Эбигейминг, вопросов нет к вам, в плане того, что вы андердоги, и вы показываете еще неплохой КС, это круто, это правда очень круто. Не залетает в голову. У Скуби два патрона вроде как откинул. Так, что это было вообще от Фостера? Фостер там внезапно его заметил, что ли, через фаербокс? Или что это было? Он так просто навелся. Странно. Ну, Фостер 1 в 4, конечно, имеет слишком мало шансов. И чпонь-чпонь. 10-7. Три раунда отрыва. Не буду обновлять девайсы, конечно же, Спраут. Так как у Дэхи и у Оскара проблем по деньгам. Придется здесь сыграть именно таким сетапом. С двумя фамосами, с МПшкой, со скаутом, с кольтом. Четыре игрока на миду. И Оскар уже нашел огромнейший дэмэдж. Калинка также под гранату сам наступил. Пик мида в очередной раз. Господи, 4 игрока тотально битые сейчас от FB Gaming. Ребята вышли на мид погулять, называется. А игрок... я думал, это фулл-хэповый был. Игрок нет, все нормально. Это был Калинка на лоу-хп. Ну и Калинка сразу отпадает. На скамейку запасных. Увидимся с ним в 19-м. Так, на Тетрисе у нас кто? На Тетрисе у нас Скуби. Притяж к нему от Джиэра. Джиэр, если будет действовать через апартаменты, это будет хороший перформанс. Забудьте о Скуби. Скуби падает. Так, все, соло-пики пошли. Давайте тогда 16-7 и завозите мне вторую карту. Началось, как говорится. Началось. Команда. Команда. Джиэр 1 в 5. Очень надеюсь. Друзья, я уверен, что здесь в чате также присутствуют ловцы лоу-коэффициентов, либо просто болельщики AB Gaming. Запускайте щиты прямо сейчас за эту команду. Запускайте. Им щиты срочно нужны. Потому что, ребята, если будут так же и отыгрывать соло пиками, я честно слово говорю, это 16-7 от Спраут. Без каких-либо шуток. Если вот Сист, Калинка, Фостер, GR и Скуби вот с самого начала раунда на спавне будут говорить, да я в соло сейчас все сделаю, а мы потом увидимся, ребят. Созвонимся как бы. Я вот уверен на 100%, что я сейчас пойду и сделаю эйс. 16-7. Но если ингейм лидер вовремя включится и скажет, ребята, мы действуем вместе, мы команда, мы не какой-либо стак или микс, нам нужно показывать дисциплину в первую очередь, то да, мы увидим еще некоторую конфронтацию. Спиди, будет их меда, и в результате есть минус по Фостеру. Конечно же, здесь секом, здесь мало шансов у FBG изначально было, поэтому мы просто наблюдаем... Как сейчас парни из FPG разбираются сами с собой. Опять-таки, это соло-пики. Сис пошел соло-погулял, Каринка соло-погулял, Фостер соло-погулял, Скуби соло-погулял. Ни одного минуса не нашли. JR соло гуляет, JR соло умирает. Вот как бы 5 раундов отрыва уже становится. Вот что-то подобное на самом деле я и стал замечать в какой-то момент еще от... Heart Legion, да. И вот мне даже в душе как-то хочется немного поподтапливать-то, как за Heart Legion, так и за FB Gaming. А вот что-то как-то вот, чего-то вот нет какой-то изюминки, которая заставила бы подавиться Спраут, что-нибудь такое. Спиди, пик мида, увидели, ну, Скуби. Скуби! Зачем, друг? 3 в 5. Два игрока на миду, один игрок в апартаментах. Но сейчас, по логике, игрок в апартаментах должен соло пикнуть, потом сист в соло забежать, и последний игрок забежать должен в зигзаг. Вот это вот прям идеально будет.
Я буду прям блаженство от этой игры получать. Даже добавить нечего. Сейспик. Вот, хорошо, хорошо, хорошо. Вот единственный раз за 3 раунда сейчас у нас FBG показали тимплей. Круто. Вот за этот момент спасибо. Ребята решили пикнуть под флешку. JR сработал против Фавна. 2 в 3. Шансы на самом деле начинают потихоньку появляться у FBG. И сейчас, если будет перетяжка в пит, а JR десантура в коннектор, то шансы будут очень большие. Очень-очень большие. Но это надо делать очень быстро, потому что 30 секунд на таймере. Ну нет, ребята, пойду по точку Б. Хорошо. Но у вас очень мало времени, поэтому надо это делать сейчас прямолинейно. Просто на плюс W лететь. И все, полет, 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 пошел. И в результате, оп, увидел Оскар. Все, понимание есть. Денниса надо 100% чекать. Денниса надо срочно чекать. Денниса не чекают. Понятно. Деннис убивает одного. Фостер мог даже и не стрелять на самом деле. Мне кажется, надо было лучше умереть уже в этой ситуации. Хотя нет, его не будут выбивать. Это просто счет 13-7. Экономически от одного девайса. Засейвил его Фостер. И выход под мид готовится. Спиди опять не прочь, на самом деле, сейчас пикнуть. Тот самый мид, один 4 игрока. Соло умирает Сист в питу. Ну здесь ладно, здесь не фортануло просто, давайте так скажем. Ему просто не повезло. Контроли из-под позиции коннектора. Хорошая реализация от Фостера на дабл килл. Но этого все равно недостаточно, потому что Калинка с Сиздом отвалились, не найдя ни одного минуса. Но Скуби подобрал девайс. У Джера неплохой выбор позиции. И да, он сработал на минус. А вот вам и 2 в 2, но Деннис находит Скуби. Даже в этой ситуации ребята могли сыграть более тимплейно. Кто-то кого-то там контролит спину или... Просто не так агрессивно действует Джер, найдя свой минус. Или Скуби после этого минуса где-то зажимается и просто в ожидании дальше ошибки от Спраут. Ну, как факт, сейчас просто развал кабин. И счет был... 7-5, да? 7-5. И Спраут берут сейчас и забирают 11 раундов подряд. Нет, про 11 я не говорю. Ни в коем случае. Пока же забрали 9. Но если правда заберут 11 раундов подряд, это нечто. Пикат впереди. Очередной минус. Очередной сологуляющий игрок. Если вы думаете, что это ГГ после вот этой трех 3D-модельки. Нет, это ложь, это провокация. Просто у нас иногда шалит автодирект вот так. Сист вырубает дыху. Открытие от спиди по соло открывающимся Фостеру. И теперь Сист последний. Прыжок от спиди. На нож давай, на нож, на нож, на нож его. Фулл блайнде Сист нашел минус, красавчик. Сист горит. Сиздыч, открытие, нет. Еще и чуть не кремировали. Лысинку немножко поджарили. 15-7. 10 раундов подряд от Спраут. И говорят, решающий раунд. Извините, а что он решает? Гейб, что он решает? Решает он малое, друзья. Решает он только то, покажут ли какие-то признаки жизни FB Gaming, либо полетят на вторую карту с небольшой долькой дизморали, мне кажется. Но правда не хотелось бы. Правда не хотелось бы. Полетело хае. Никакого дэмэджа не наносит. Калинка. Пик. Теряет много Калинка, но бежит еще как-то. Уже не побежит. Отдыхаем. Десантура. Очередной минус от Оскара. Просто они говорят, тотальная трипл килл уже его исполнение. Квадро килл его исполнение просто уничтожает всех и вся. И это 11 раундов подряд от FBG. Контроль от спину. Сис подоспел слишком поздно. Я в шоке. Я правда в шоке. Но, наверное, FB Gaming тоже в шоке после происходящего. Даже добавить нечего. Давайте, друзья, через 5-7 минут врываемся на вторую карту, бежим на кухню, забираем вкусняшки, возвращаемся, ставим ставку без риска на OMG Bet. И летим на вторую.
24/7 поддержку OMGBET. Слушаю вас. Я хочу сделать ставку. Просто вводим в адресной строке omg.bet. Находим матч. Выбираем победителя. Не забываем проверять раздел с акциями. Болеем и побеждаем!